Друзья, в этом видео рассмотрим циклический тест высокотоковых ячеек формата 21700, которые продаются на рынке как неофициальные ячейки от Samsung. Для начала напомню, что их сопротивление составляет рекордные 4 миллиома. Пиковый ток разряда допустим до 80 ампер. В циклах ток разряда будет составлять 20 ампер, а ток заряда 10 ампер. Всего проведем 110 циклов. Итак, после оцифровки данных мы получаем такой график потерь емкости. Емкость первого цикла составила 3908 мАч, а емкость последнего 3741. Потеря емкости в процентах составила всего лишь 4,2%. При этом за первые 55 циклов 2,7%, а за вторые 55 циклов 1,5%. Скажу, что результаты теста получились для меня неожиданно хорошими, так как прогнозировал потерю емкости не менее 10%. Сопротивление элемента после теста ни капли не увеличилось, а наоборот стало немного ниже. Пишите в комментариях, какие тесты вы бы хотели видеть в последующих видео. Сканируйте QR-код, чтобы перейти на наш сайт. Там вы сможете заказать аккумулятор с реальной гарантией, купить ячейки по оптовым ценам или расходные материалы, а также присоединиться к группе в Telegram.